Привет! А знаете ли вы, что у большинства людей запах шашлыка сразу ассоциируется с праздником, весельем, отдыхом на природе и мгновенно поднимает настроение? И это уже не говоря об остром желании отведать горячий, ароматный, сочный кусочек мяса, идеально приготовленный на углях. Шашлык из свинины в белом вине. Для такого рецепта нам потребуется 2 кг свиной шеи, 4 репчатых лука, 1,5 стакана белого сухого вина, 1,5 стакана воды, 3 столовые ложки растительного масла, черный молотый перец, лавровый лист, черный перец горошком. Все делается очень просто. Мясо режем на порционные куски, лук нарезаем кольцами. Теперь берем кастрюлю, либо другую емкость, в которой будет мариноваться наше мясо. На дно укладываем первый слой мяса, перчим его, кладем лавровый лист. На дно укладываем первый слой мяса, перчим его, кладем лавровый лист, черный перец горошком и слой лука. Выкладываем еще слой мяса, также его перчим, кладем лавровый лист, черный перец горошком и слой лука. Продолжаем, пока не закончится мясо. Теперь добавляем растительное масло, вино и воду. Количество вина и воды может быть уменьшено либо увеличено в пропорции 1:1. Исходя из условия, чтобы мясо было немного покрыто жидкостью. Теперь необходимо будет время от времени перемешивать. А готовить шашлык будем только завтра. И вот когда мясо у нас промариновалось, в мисочке надо растопить 50 грамм сливочного масла. Это где-то на 4 шампура. Теперь нанизываем наше мясо на шампура и аккуратно ложечкой поливаем мясо небольшим количеством растопленного сливочного масла. Попробуйте приготовить такой вкуснейший шашлык из свинины в белом вине по нашему с бабушкой рецепту. Приятного вам аппетита!